Продолжаем прохождение L.A. Noire. Паккард. 46-й Паккард. Так, что это, где это и где? Give me my check back. LAPD. Опа. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Look, заберу деньги, let me get my money and get out of here, okay? А, ты такой милый. You look sweet. Может, не будешь обижать дедушку? Я в долгу не останусь. I could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Боюсь, ничего не выйдет, мисс Арчер. Стефан, вызови патруль. Just my luck. Вот не повезло, нарваться на единственного честного копа в городе. Так, подозреваемая, продавшая угнанный автомобиль автосалону Кумпса. The car you sold to машина, которую stolen, вы продали Кумпсу, оказалась краденой, мисс Арчер. Так что денег не будет. Я все бумаги отдала при продаже, it, все чисто. Ну ты-то, ну чё уж ты, ну чё уж ты. Ну чё уж ты. Блять, интуицию. Нет. Ну-ка давай плохой коп. Gene, you've blown open the whole operation because you were dumb enough to try to sell one of the cars. What do you think they're gonna do to you? Give me something. Давай, давай. I was just doing what they do. They pay me 50 bucks to drive the car. I made 2 grand selling it. You made zero. And if they catch you, you're dead. Is that all your life's worth? Look, a girl needs things. Девушки, наша много. I don't see you looking out for me. Я сомневаюсь, что ты обо мне позаботишься. Связь Беласко. Кто такой Беласко? Изучите лики. Свидетельство Беласко. Джеймсу Беласко. Перегонщик угнанных. Так, связь Беласко. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? Кто такой Джеймс Беласко? Да ну чё ж ты, пиздишь. He's your boyfriend. He's the guy you boost cars with. He gave you up. He thinks you're so dumb you'd steal a free sample. So I'm no genius. Я, конечно, не гений. I make the best of what I've got. Но ума мне хватает. Why are you so cruel? Как вы можете быть таким злым? Блять, в смысле? Ты сама сделала выбор, Джин. Посмотрим, теперь как ты справишься с последствиями. Блять, сука. Давай, ёптать, в автозак нахуй её. Сучку. Так, ну-ка давай в тачку. Садись, блядь. Так. Блядь, и куда ехать-то, блядь? Industrial Street. Ну-ка давай-ка в типографию. Ух ты. Сейчас мы там найдем улики. Little did she know her feminine charms were useless against the impenetrable Cole Phelps. She's not my type. And what is your type, Phelps? I'm married. I know that, but you're not blind or dead inside, are you? Wait, scrap that second half of the question. I don't know. Blondes, I guess. Hallelujah! The man is human after all. Now we're getting some.
Yep, I'm with you on the blondes. Brunettes are fine too. And there's nothing wrong with a good redhead. I draw the line at gray. You know what? I might have to lift that embargo soon in the interest of maintaining a free market. A man with high standards. My standards are only as high as the last glass of whiskey. Идите нахуй, ёптеть. Вау! О, достопримечательность наша. Блять, так я же удерживал. Ага. Идет. Кола Кинг. Типография марки. Открывай нахуй, педрила, блядь. Вот тут весь корень зла нахуй. Весь корень зла, блядь. And what can I do for you, gentlemen? I'm a traffic detective from Central Division. Who's in charge here? Кто здесь главный? Я Гордон Лейтвол. И в чем дело? Мы так понимаем, что ваша типография печатается с документы на владение автомобилем. Да, я выполняю правительственный заказ на печать таких сертификатов уже несколько лет. Не было ли у вас за последнее время краж продукции или оборудования? Нам. Че, краденных машин? За последнее время нет. А подделку вы исключаете? В этом городе есть способные художники. Будем иметь это в виду. Так. Так. Junk. Хлам, да? Junk. Junk. Вот это вот чё жёлтое, блядь? Junk. Junk это. Конечно, надо осмотреться. Надо осмотреться, осмотреться. Ну-ка ты-то, сука, мне ничего, да, не скажешь. Гондон, блядь. А куда еще можно тогда пройти? Чтоб попиздеть. Чтоб увидеть что-нибудь, посмотреть. Чё за хуйня? Ну-ка, блядь. Ну-ка, ну-ка. Так. Сюда больше нихуя. Ну давай. Начнем. У нас к вам несколько вопросов, мистер Лейтвол. Знания об угонах. Мистер Лейтвол, мы расследуем две кражи автомобиля. Вы что-нибудь знаете об одних угонах? Конечно, нет. Какой стати мне вести дела с такими людьми? Ты давай не пизди мне, блядь. У нас есть подозреваемые с документами на машину, которые были отпечатаны здесь. Так что помогите мне хоть чем-то. Не надо истерик, детектив. Между прочим, пару лет назад был похожий случай. Автоторговцы продавали пустые бланки преступникам. Так. Поставка свидетельств. Вам что-нибудь говорят? Именно Клифф Харрисон и Джеймс Беласко. Нет ничего. Бля, давай интуицию, хули. Спросить у сообщества. Плохой коп. Harrison bought his car from Coombs. The pink slip looks good, and that points the finger here. Do you have any employee trouble? No, I don't. They've all been carefully screened. Look, now that I think, Coombs, мне кажется, знакомый. The name Coombs sounds familiar. I think they may have been involved in stolen documents in the past. Грузы доставлены в автосалон Кумса. Вы ведете книгу заказов, мистер Литвол? Мы хотим сверить данные с автосалона Кумса. Это несколько необычная просьба, детектив. Не уверен, что смогу предоставить вам эти сведения.
Ты давай-ка, блядь, это... Давайте запись или твой. Вы же не хотите, чтобы мы плохо о вас подумали. Как скажете, но это совершенно незаконно. Вот возьмите. Ломбал интуиции, заебись. Так, давай. Ищите повторяющиеся имена, необычные адреса. Все, за что зацепится глаз. Так... Чё искать? Повторяющиеся адреса. Франклин Ковач. Бигги Лозитовский. Хусон Ватерхаус. Бигги Лоу. Вот какой-то... Не, Бигги Лоу какой-то вот. Я ищу... Вы поощряете Вы поощряете... Постоянно. Извините за беспокойство, сэр. Мы будем держать вас в курсе. Блять, заебали нахуй. Давай на индастриал, хуля. Большой склад в промышленном районе. Идите нахуй! Идите нахуй, блядь! Так, блядь! Хорош! Ты нихуя ты даешь, блядь! Задом, блядь! Хуя себе, блядь, движуха! Че там, долго нет, буду ехать. Блять, на встречку придется вылетать, блять. I wouldn't feel safe in a tank with you driving. I know what I'm doing. Конечно. Знаю, что я делаю. Блять, ну сколько там ехать-то до этого склада, ебучего. О, все, приехали. Иди на нахуй. Что ты будешь делать-то, а? Угу. Хорош. Industrial Street, 58. Пару патрульных. Я-то думал, вы морпехи. Кол, ты свой код для красоты, что ли, носишь? Я зайду черного входа, подожди пару секунд, потом действуй. Тут вообще кто-то есть, блядь? Нет, в этом складе, может, никого нету. Тачки стоят. Кол Фелпс, полиция Лос-Анджелеса. Сейчас вы все отправитесь со мной в участок. Это ты так решил, да? Шухер, тут копы. Так, первый. Throw out the guns. Где он, пидор? Так, один, есть. Ёп! Тихо-тихо, надо сныкать. Сныкаться. На. Конь, блядь. Так, так, так. How long do you think you can hold out?
Блин. Где он, блин? Put your weapons down and your hands in the air. Блять, их там двое, нахуй. Пидоры, блядь. Да умри ты нахуй. Опа. Вон он стоит, пидор, блядь. Тихо нахуй. Стоять, блядь. Давай, давай. Что это такое? Вон типография марки. Стивен Бигело, Industrial 58. Свидетельство о праве собственности на автомобиль. Если содержимое не соответствует описанию, если товар поврежден, это поставив свою подпись. Заебись. Типография марки. Думаю, пора припасть к источнику. Так, что тут? Ох, ох, Санта-Анита, $150, чё, третий проигрыш? Талончик от букмекера, а мистер Лайт Волл-то, похоже, не везёт. Так. Чё, клоун, съебаться? Ой, ой. Свидетельство о праве собственности на автомобиль, типография марки. Ой, ой. Тут бумаг хватит, чтобы до Рождества машину угонять. Уф, уф. Гонка за квитанциями. Давай-ка, блядь. Мы шли по следу краденных машин, документ которых напись привел прямо к тебе, Бигело. Ты влип, но я сомневаюсь, что ты тут старше. Облегчи себе участь. Сдай главаря. Я тут ремонтирую машины для клиентов. А вы врываете, стреляете, устраиваете побоище. Мне нечего вам сказать. Ну-ка, давай-ка. Мы знаем про типографию марки. Теперь скажешь, кто там имел с тобой дело. Это сильно упростит тебе жизнь. Бывает, я ремонтирую тачки, а потом продаю. Для этого мне нужны документы, так что все по закону. Ай, блядь, давай, хули. Тут на складе минимум 4 жмурика, еще пара трупов. Нам бумажной работы не добавят. Зато правосудие скажет спасибо. Ладно, ладно, я все понял. Ты у нас крутой, Лайтвол. Хозяин марки. Он самый главный. Много играет на гонках. В долгах, как в шелках. Так, связь с Лейтволом. Давай. Лейтвол, которому не везет на гонках. Расскажи мне о нем. Это один из тех, кто там лежит. Ты прав, ему не везет. Ты давай не пизди мне, блядь. То есть, если я туда пойду проверить, твои слова подтвердятся. Я тебя предупредил, Бигелоу. Попробуй, Легау. Почему-то никто из моих ребят с паспортом на работу не ходит. Мне плевать, сдашь ты своих боссов или нет, Бигелоу. Но тебя я укатаю на всю катушку. Посмотрим. Я ни разу не выстрелил, Легау. Только смотрел, как ты тут все крушишь. Давай, хули, блядь. На, в марке ехать. Арестовать Гордона Лейтвола. Тихо. Блять, тачки хуёвые. Блять.
хочу на какой-нибудь другой, блядь, поездить. Ну, стой, дружище. Дай машину мне. О, двухместная, о, ничего такая. Да я тебе одолжи, пожалуйста. Car, да одолжи, чё ты, дай покататься-то, блядь. О, всё. Бьюик бизнес, купе. Так, места. Давай в типографию ебашим. Нормальный такой Бьюик. Ой-ой-ой. Хера себе. What a mess. Да и бардак. Без серьезной уборки не обойтись точно. Мне жаль, что так вышло. Но не надо было им хвататься за оружие выбора у нас самого не было. Нельзя не восхищаться человека, который только готов бы вышибить. Особенно когда вокруг. Еще такие ребята, как Бигелло, постоянно убеждают себя в том, что они не делают. Доходят того, что сами начинают верить этот бред. Они расслабились. Лейтл, Бигелло, все они. Иначе кто знает, сколько бы еще взяпывали свои дела. Самодовольство или жадность. Рано или поздно, либо... Чё? Да вы хули тут, блядь, встали-то? Да всё, сейчас уже, хули. Бьюик. Нормально, вот двухместный, хули мы. С напарником ебашим, блядь. На Бьюике. Ой-ой-ой! Да, мы вон с напарником на Бьюике хуярим, блядь. Тихо, не орать, блядь. Всё. Сейчас я к этому козлузору зайду, блядь. Ну чё, хуля? You're under arrest. Давай нахуй, вы арестованы. Снова вы. Ваше упорство начинает меня раздражать. Грузы, доставленные на Industrial Street. Мы обнаружили коробку с документов в гараже, где было полно крадных машин. И там ваша подпись, Лейтл. Я подписываю все заказы отгрузки. Маловато доказательств, ковбой. Давай, хуля. Save it, Lightball. Ничего, у нас достаточно, чтобы отправить вас за решетку. С меня довольно. Либо вы сейчас же предъявите доказательства, либо я звоню адвокату. Так, от Рэя Пинкера. Кто такой? Пинкгорда, владелец типографии. Документы на авто. Букмекерские талоны и горный долг. Ну все, давай, хули. Вы слабое звено в организации, Литл. Нам известно о ваших долгах. Да, у меня есть некоторые денежные затруднения. Я назову имена. Давай. Только не вносите это в протокол. Вам давно пора заткнуться, Литл. Гордон Лайтвол, I'm charging you with conspiracy and fraud. Has behind your back. Руки за спину. На нахуй. The LAPD Козлина, блядь. Central Traffic Division has today smashed a nationwide auto theft ring. Преступную организацию, занимающуюся кражами автомобилей по всей стране. Так-так. А вот оно. Детективы транспортного отдела столкнулись с большой группой вооруженных бандитов. После перестрелки с места событий было вывезено несколько десятков трупов. Среди полицейских потерь нет. Damn fine work, Phelps. Отличная работа, Фелпс. Now get out there and nail some more bad guys, will ya? Иди лови бандитов дальше. I want to finish reading this. А я хочу это дочитать. Нормально я их тут, бля. Гроза печатников. Нанесен ущерб автомобилям, городу. Хорошо, дело закрыто. Бигло бандит, но не дурак. С достаточным поощрением он, возможно, дал бы
показания против Литвала. А о чем я его хули, блядь, раз и все расчехлил. О, что это такое? В моей семье транспортная компания в Сан-Франциско. Хэнк уже два поколения флота занимается перевозкой родного города. Я чувствую себя Одиссеем, который отправляется в путешествие. Одиссея, чё? Это век Америки. Когда мы выиграем войну, Америка будет править миром. Мы должны выжить, Кол. Эти люди надеются на нас. Слышал, что говорят друг другу ветераны? Нет. Золотые ворота увидим в 48-м, значит, впереди еще 4 года тяжелых боев. The Patchy Idol. Фелпс Бековский, у вас новое дело. Две женщины, возможно, вождение в нетрезвом виде. Где вы тут видите? Эта тетка утверждает, что ее чем-то накачали, хотели убить. Где это произошло? А вот тут могу вас порадовать. Это прямо напротив, через дорогу. Что? Chevrolet Styline и врезался внизу в рекламный щит. Действуйте, ребята, надо поймать злодеев. Ай, блядь. До встречи, парни. Смотри, не передрядитесь. Educated, hardworking, straight as an arrow. I hate to break it to you, Cole, but we'll never fit in, etc. That's that cop. Так, надо. Давай быстро перекурим. Продолжаем. Блять, на тачке. Блять, кабриолет, нихуя себе. О, вот это-то что за тачка? А это что? Угадай-ка, блять, мадам, я прокачусь-ка. LAPD, police emergency. I want it back. Chevrolet Styline. Да уйдите, блять, отсюда. Что-то я не пойму, а как туда попасть-то? Место аварии. 8 утра. Знакомое лицо. Джун Балла. Сестра Тарзана. Покойте, где есть амазонка. Она замужем за Гэм. Фелпс, транспортная полиция. Фелпс, здорово, Бековский. Давно не виделись. Мог бы воспользоваться мегафоном, чтобы вызвать нас. Фелпс, Энрике Гонзалес. Энрике раньше был неплохим боксером в среднем весе. Что у нас здесь? Женщина бросилась через пустырь и сорвалась. Говорит, какой-то кинопродюсер накачал с подругой чем-то и пустил машину под откос.
Кто-нибудь пострадал? Да, что была за рулем. Если бы машина не врезала сильно, мы бы сейчас... Пассажирка совсем девочка, зовут Джессика Хэмилтон. Ей тоже досталось. Девочка, все нормально? Думаю, дай ее увезли в больницу. Если хотите сначала все осмотреть, я задержу вторую скорую. Спасибо, да, задержи, пожалуйста. Да, и еще, поосторожнее с водителем. Она не в себе. If you're looking for the coroner, he's down by the crash site. Так. Подожди-ка, блядь. Ну-ка, давай сперва попиздим миссис МакКейфи. Задать несколько вопросов. Мне больше нравится моя девичья фамилия Джин Баллард. Наверное, видели что-то из моих работ? Расскажите нам о том, что здесь произошло. А ты симпатичный для копа? Только слишком серьезный. А как насчет меня, Джун? Мне очень нравится. Нет, ты мне не нравишься, отвали. Ты давай, блядь, это... Миссис МакКейфи, мы понимаем, что вы еще не дошли от шока, и все. Вы заявили, что вам кто-то подсыпал наркотики. Кто это сделал? Этот мерзавец подсыпал нам что-то в выпивку. Неудивительно, что я не в себе. Ничего не помню. Ну так-то уж, чё пиздеть-то? Мэм, сокрытие сведения следствия — это тяжкое преступление. Я же сказала, зови меня Джун, а то я себя какой-то старушенцей чувствую. И вообще не забивай этим свою симпатичную голову. Мой муж сам сведет счеты с Марком Бишопа. Кто такой Марк Бишоп, блядь? Вы упомянули некого Марка Бишопа, думаете, он как-то связан с этим делом? Он продюсер. А насчет его причастности к этому происшествию, позвольте нам с мужем самим с ним разобраться. Ну-ка давай, хороший коп. Нет, мисс МакКейфи, так не пойдет. Мы выясним. Расслабься, детектив. Тебе совсем не идет злиться. Сука. Пизда, блядь. Вот пизда, блядь, а. This is a big scene, Phelps. We need to get our bearings. Так, вот тут машина упала. Так, а как спуститься? А, вон. Блядь, да что такое, сука? Так, вот улики. Думаю, тебе стоит на это взглянуть, Фелпс. Он там, на багажнике. И это не лучшая часть. Сейчас везде все глянем, нахуй. Это что, номер, да, от машины? Так, тут нихуя. Так, давай. Труселя порваны. Разорваны, где ты их нашел? Пиздец, я охуеваю. Сумочки этой девушки. Я охуеваю, блядь. Паруса, блядь. Так, сумочку давай-ка, блядь, свою. Милая Джесси, прошу, дорогая, возвращайся домой, пожалуйста. Если ты беспокоишься насчет отца, то зря. Он все простил. Если ты Так, он, конечно, очень вспыльчивый и гордый, но для него ты по-прежнему его любимая маленькая девочка. Я знаю, что он жалеет о том, что наговорил тебе. Дорогая, ты хорошая, приличная девочка. Голливуд не для тебя.
Мне самой когда-то было 15, я мечтала с красивыми мужчинами. Да потом я выросла, вышла замуж за твоего отца и поняла, что такая жизнь, чё? Мне счастье, и ты это поймешь. Я уверена, что тетя Джу не приглядывает за тобой, но все равно волнуюсь. Мир бывает очень опасен для юных девочек, особенно если у них в голове одни звезды. Смотреть на звезды приятно, но однажды они могут ослепить тебя, и тогда ты... Че? Под самым носом, блядь. Эмма и Молли очень по тебе скучают. Эмма стала такая хорошенькая, а Молли похожа на прекрасный бутончик. Им нужна старшая сестренка, которая будет за ними присматривать. Дорогая милая Джесси, возвращайся, очень прошу, я боюсь за тебя. Меня не покидает чувство, что должно случиться что-то, нечто ужасное. Я плачу по ночам. Любящая тебя мама Камилла Хэмилтон. Так, далеко же она забралась. Ну-ка, что там еще-то есть? Да, блядь, нахуй это все. Нахуй оно мне надо, блядь. Трусы, смотрите эти, блядь. Ёбаные, блядь. Подожди, блядь, давай-ка в машине посмотрим, что тут. Кровь. Похоже, они лишь легко отделались. Наверное, были без сознания. В расслабленном состоянии мягкие ткани меньше повреждаются от удара. Хули они там под наркотой, ёптить, все охуеченные. Пьяный водитель? Не факт. Как так? Я обнаружил голову без тела, и мне стало интересно. А ты что скажешь? Бедный Йорик, я знал его, Горацио. Она настоящая? Нет. Думаю, это макет индийской высушенной головы, что-то типа сувенира или муляжа для фильма. Видишь клеймо? Из чего сделано? Если на скидку, то из крашеного гипса. Значит, версию об убийстве можно исключить? Нет уж. Можно наоборот включить. Эта штука прижимала педаль газа к полу. Кто бы ее туда не сунул, он хотел, чтобы... Че там? Ну все, че? Так, надо опять поговорить с Баллард. Возможно, она не все рассказала. Сейчас мы с этой бледовкой поговорим. Расчехляйся. Расчехляйся. Пострадавшая пассажирка. Скажите нам о вашей пассажирке. Джессика Хэмилтон. Бедная Джессика. Нелегкий у нее выдался денек. Она отчаянно мечтает сниматься в кино. Что тут еще скажешь? Так, давай-ка плохой коп. Миссис Баллард, сколько лет Джессике? Даже не знаю, но она уже, как говорится, большая девочка. Блять, да ты охуела, что ли, а? Бутафорская высушенная голова. Мы нашли засушенную голову. С ее помощью кто-то выпил из строя вашу машину. Я, знаете ли, обычно не срываюсь от косов последнее, что помню, как села за руль. Да не пизди, блядь. Это какой-то бутафорский предмет. Вы должны знать, откуда он взялся. Если вы все еще не поняли, я звезда. А звезды не вникают в такие вещи, как реквизит, декорации и все прочее. Почему вам не спросить Марка Бишопша, где он берет реквизит? Миссис Маккафи. I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm going to be okay. Со мной все будет. Эти ребята могут отвезти меня домой сразу после того, как мы с моим адвокатом расскажем все репортерам. Миссис Маккафи, мы все еще в состоянии наркотического опьянения. Когда действие наркотического котика закончится, на тебя мне плевать. Спасибо за заботу. I think we're good here. Let's go see what we can shake out of the kid. Ой-ой-ой-ой-ой.
Ух ты, сколько тут машин-то, а? Таких неплохих, блядь. Ай-ка, вот это вот. Больница центрального района. Давай быстрее, блядь. До встречи на танцполе. Алкоголь, кока-коля. Мадам хочет пожрать меня. God damn maniac! Блядь, что такое, а? Так. До встречи на танцполе. Пристегнись, дружище. Блять, тут эта хуйня стоит, да заебала, блять, а. Погнали пешком, хули тут, блять, клоунада. Иди нахуй отсюда, мусор, блять. До встречи на танцполе. So. Так, и чё? Больница центрального района, а у нихуя. Рядом с мусорной. Давай, хуля. Расчехляйтесь. Hello. Добрый день. Дайте сюда Фелпс. Мне нужно поговорить с Джессикой Хэмилтон. Хэмилтон. Джессика Хэмилтон. Джессика Хэмилтон. Ах да, она в палате прямо за вашей спиной, детектив. Джессика, тебе уже лучше? Немножко, правда, голова еще плывет. Так. Джессика Хэмилтон. Время 02:45. Возраст 15. Осмотр провел доктор Элиас Уэбли. Жалобы травмы головы и мягкой ткани. Получим в результате аварии остаточные следы хлоральгидрата в крови, наружные гематомы гениталий и другие следы насилия. Следы хлоральгидрии в крови введен недавно. Не вводить седативные препараты без особого разрешения. Пациентка находится для соблюдения постельного режима. Так, отлично. Ебли, хуля. Ебли ее. Ну-ка, давай-ка, блядь. Расчехляйся. Меня зовут Кол Фелпс. Я полицейский. Если не возражаешь, я бы хотел поговорить с тобой об аварии. Ну ладно. Сообщение об аварии. Что ты помнишь про аварию? Все как-то смутно. Помню, как очнулась здесь. Да, не было вчера ничего. Ну чё уж опять, глаза-то в сторону отводить. Ну чё уж, пиздеть-то мне. Ну чё уж, блядь, не наливать-то. Джессика, ты что-то скрываешь? Позовите, пожалуйста, врача, я не могу больше отвечать на вопрос. Да ты охуела, что ли? Джессика, нам нужно известить твоих родителей, сообщить им, что с тобой случилось. Ой, нет, не надо их расстраивать, они сами отправили меня к тете Джун. Родители просили ее приглядывать за мной. Ты, блядь, заебала нахуй. Спросить у сообщества. Ты лжешь, Джессика. Как же мы можем исправить, если ты нас обманываешь? Зачем мне врать? Это звездой хотела стать. Потому что ты сбежала из дома и находишься здесь без разрешения родителей. Но, может, расскажешь мне о том, что произошло?
Мы с Джуни пошли в это странное место. Никак не вспомню. Кто-то дал мне выпить, чтобы я успокоилась, потом мне стало дурно. Наверное, я потеряла сознание. Связь с Бишопом. Как ты познакомилась с мистером Бишопом? Ну, Джуни кинозвезда. Это вы, наверное, и так знаете. Она сейчас снимается в новом фильме. Ну-ка, давай-ка, блядь. Что тебе известно о Бишопе и МакКейфе? Этого не может быть. У мистера Бишопа было сегодня такое хорошее настроение, то есть вчера. Так он поэтому придавил педаль газа в высушенной головой и столкнул вас с откоса. Я пару раз послушал их телефонный разговор с Джуни. Вот жуть, если честно. Джуни иногда бывает такая зла. Но вчера все было в порядке. Было похоже, что они обо всем договорились. Специально хули ее выебать. Джессика, я знаю, что с тобой произошло. Где именно это случилось? Пожалуйста, это ужас какой-то. Мне правда сейчас тяжело думать о чем-либо. Черт побери, Джессика, говори правду. Мне неизвестно, где это место. Я едва знаю этот город. Доказательство насилия, хули. Да вы чё, блядь, охуела, блядь? Ты чё, блядина, нахуй? You've been a big help. Here's my card. If you think of anything or you need some help, just get in touch, okay? Okay. I think it might be a good idea if you went back home till you felt better, Jessica. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? Хули, вот так, ёптать, мы из-за кино, хули, блядь. О, а это что за тип? Давай-давай. Блядь, нихуёво у них тачка, блядь. Сука, чё за, блядь, запорожец у меня-то? Проследить за Джун Баллард, следить за подозреваемым. Мечет красным цветом. Если вы находитесь слишком близко или слишком далеко, при неосторожно, эта метка последняя начнёт мигать. Баллард is definitely up to something. Так, вон они, ёд. Так. She seems to have made a remarkably speedy recovery. Тихо, тихо, тихо. Да блять! Ебаный в рот, вы что творите-то? Ага. Ага, отлично. Так, она в какую-то кафешку, блядь, пошла. Иди туда и узнай, что у нее на уме. Нажмите R1, чтобы спрятаться за дверью. Так, удерживайте, чтобы... Найдите столик, где лежит газета. Сука, где? Вот он. Чтобы с X, чтобы стать инкогнито, крестик. Детка, неразборчиво. Нет, я не хочу его проучить. Ты знаешь, чего я хочу. Неразборчиво. Тогда пускай кто-нибудь другой это сделает. У тебя ведь по-прежнему куча связи, правда? Так позвони кому надо. Я тебе прямо скажу. Если ты это не сделаешь, то я неразборчиво. Отель Уитсон. Этот сукин сын, мистер Марк Бишоп, живет в номере 803.
неразборчиво. Номер Бишпа. Конечно, я получил роль. Сейчас она выйдет, эта сука. Так, а чё она всё съебалась? Так, новая задача. Осмотреть квартиру Бишопа. Так, номер Бишопа. Так, она позвонила. Похоже, у Марка Бишопа большие неприятности. У меня есть адрес, а ты Уилсон, номер 803. О, чёрт, давай-ка, отдай газу. Если он ещё... Так, еще как вышел, нормально человеку не пришло бы. Да, Маккафи тебе ноги переломает, если ты просто на его. Как тебе девочка, ты ей веришь? Дается мне, что ее накачали на картой до беспамятства и слазь позабавились. Эта сука Баллард ее продала. Блять, а. Да ебучие, блядь, рога нахуй. Сука. Дай мне. Ох, нихуя какая тачка. Ну-ка нахуй. Ну-ка нахуй, блядь. Давай, есть полиция. Так. Давай, давай, давай. Где ты? На нахуй, правильно, блядь. Christ alive! Сейчас приедем. До встречи на танцполе. Направо. Big Sleep. Большой сон. Отельчик. Так, номер Бишопа. А подожди, ты-то би... Ты чё, блядь, так бежишь-то, как голый на еблю? Я детектив Фелс. Нас вызвали в 803, говорят, там шумная ссора. Вы из полиции, слушайте, миссис Бишоп ужасно расстроена. Поднимитесь на лифте, потом налево по коридору, последняя дверь справа. Давай, блядь. Приехали, истеричный свидетель женского пола, дубль 3. Так, справа. Восемьсот два. Ага, справа, блядь. Нахуя тут справа? Открывайте нахуй. LAPD, ma'am. Мэм, мы из полиции. Вам угрожает опасность? Я уже в порядке. Вы с ним разминулись. Страшные люди. Вы ранены, миссис Бишоп? Глория Бишоп. Входите, пожалуйста. Только мне нужно присесть, извините. Все нормально, мэм. Только посмотрите, какой беспорядок. Мэм, мы быстро осмотрим помещение, вы пока соберитесь с мыслями. Да-да-да, я постараюсь. Спасибо. Так. Чё тут? Чё за книжка, ёпта? До встречи на танцполе.
О, ваза какая-то. Nothing significant. Хуйня, бля. I doubt it. Угу. Статуэточки, блядь, все. О. Кольцо. Seems irrelevant. Это что? Помада какая-то. No. It would take a smarter man than me to get that. Что за бумажка? О! Марк Бишоп передает Лорни Хопгуд чек на 20 тысяч долларов. Что нужно сделать, чтобы получить чек на 20 тысяч долларов? Да хуй знает, что, блядь. Что-нибудь надо? Так, это что? Расследование это не поможет? Что за хуйня ковбойская? Гай, ковбой. Марк Бишоп, веселый ковбой. Марку Бишопу с благодарностью от серебряного седло. Так, бабки. А это что такое? Это нам не поможет. Деньги. Don't think this is anything. О, что за картина? О, похоже на декорации старого фильма. О, интолеранс, нетерпимость, любовь сильнее ненависти. Режиссер Дэвид Гриффит. Великая Вавилонская стена. Копия копии. На спичке хули алкашку, ептать. Да, хуйня. Похоже на заднем плане русалка, серебряный экран. Кто эти люди? Мой муж Марк и Марлон Хопгуд. Они иногда работают вместе. Это мастерская Хопгуда. Подожди, подожди. Так, часы. Нет, не пригодится. Так, это хуйня вся. Хули, ложки, вилки, блядь, нахуй не нужны, блядь. Так, ну все, давай пиздеть, ёпта. Законное вторжение. Эти люди, кажется, они работают на Гая Маккейфи. Это имя он знаком? Нет. А почему я должна его знать? Джун Баллард замужем за Гаем Маккейфи. Когда-нибудь я не слышал? А, это потаскуха. Она целый день донимала моего мужа. Миссис Маккейфи alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. Мой муж кинопродюсер. Это как-то связано с его новым фильмом. Он не посвящает меня в свои дела.
Так, давай. June Ballard said she had a deal with his new picture. Том, что ей... Марк уже несколько раз говорил ей нет. Он наметил на эту роль Джоан Лесли. Так он заработал на этот фильм. Джун всячески нам угрожал. Она была очень груба со мной. Вы знаете Джун Баллард? Несколько лет назад вместе снимались в одном фильме. Тогда же я познакомился с будущим мужем. Where can we find your husband? Где сейчас находится ваш муж? Сказал, что поехал на съемки. Это все, что я знаю. Ладно, давай хороший коп. Если вы его любите, тогда помогите мне найти его раньше. Это сделают ребята Маккей. Я его люблю, но не представляю, куда он может податься в случае опасности. Может, Хопгуд знает. Чек на 20. Почему ваш муж заплатил 20 тысяч долларов Лорне Хопгуд? Лорне? Бывшая жена Марлона? Это точно? Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check cashing place in Hollywood. Лорна работает в одной голливудской конторе, где обналичивают чеки. Надо спросить Хопгуда, зачем ему столько наличных. Так, вчера ваш муж был на пробах с юной девушкой. Я об этом ничего не знаю. Он сказал, что ищет места для съемок. Роли уже были распределены. Джессика запомнила, что перед складом бутафория стояла русалка. Так что давайте признавайтесь. Это очень порочный город, детектив. Вы уверены, что хотите знать правду? Конечно, ёпт. Она состоит в том, что мой муж любит молоденьких. И по-вашему это нормально? С мужем я познакомилась в 16. Я считала его гением кинематографа. И только к 20 годам поняла, он снимает заурядные второсортные фильмы. Но по сравнению с другими здешними монстрами, он безобиден. Держу пари, Баллард принесла свою маленькую подружку в жертву. Такое часто случается с юными девицами. Ваш муж попал в беду. Возможно, вам удастся помочь ему, сотрудничая с нами, миссис Бишоп. Он уже взрослый мальчик, детектив, и вы тоже. Это Голливуд. Здесь постоянно совершаются сделки. Так, что, надо позвонить, да? Типа. Давай. Оператор, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Silver screen props, corner 3rd and Figueroa. Thanks for your help. Спасибо. An aging movie star, a wannabe starlet, and a new producer's wife. We're finally rubbing shoulders with the almost too famous. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. Who's it? Компания «Серебряный экран». Миссис Бишоп knows more than she's letting on. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. Yeah. You think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment? Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing between the ears. Or she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and McCaffrey. Don't delay. Ask the druggist for a dental clean today. This is KTI, a member of the American Century Broadcasting System. Ladies, how often does this happen in your kitchen? Gosh, Mom, pancakes! That smells awful good! Yes, ой-ой-ой. Pancakes made with Mullingar flour.
Mullingar makes it so easy. Just add milk and those tender, delicious pancakes are ready after a few minutes on the griddle. In fact, Mullingar flour can be used for breakfast, lunch, and supper. For meals that are satisfying, good eating, and make your mouth water, use Mullingar flour. Milled by the same family for generations, Mullingar flour was the first to use hollow processed grain into the high-quality flour. Помолчи, не базарь. You can cheer up, son. Call the grocer. A new shipment of Mullingar flour arrives every week. Mullingar flour. Так, надо перекурить быстро. Так, продолжаем. Компания «Серебряный экран». Silver Screen. Пойдем, зайдем-ка. Медведь. Фелпс и Бекаусский, полиция Лос-Анджелеса. Расследуем остались покушения Джун Баллард и Джессика Хэмилтон. Боже мой, я Морлан Хопкот. Чем могу помочь? Здесь вы проводите пробы. Вы откуда знаете? У меня здесь небольшой павильон записался. Ведите. So, you coming? Так вы идете? Мы-то идем. Keep him here, Stefan. Stefan, побудь с ним, а я смысл, а я-то здесь при чем? Балда, не испытывай мое терпение. Так. Эти. Так. Опа. Хлоралгидрат. Хлоралгидрат. Адрумантий износил 15-летнюю девочку на коврах. Что это за люди такие? Так. Наркотики нашли. Наркотики есть. Так. Выключи свет, Хопкут. Это еще зачем? Сделай ему приятно. One-way mirrors. There's a room on the other side. Угу. Отлично. Так, так. Так, это хуйня какая-то. Не-не-не, да выкинь его нахуй. Can't be that way, Phelps. You couldn't fit a rat through there.
Морщёс какая-то, блядь. Sure this means much. Так, насколько я помню, вот тут движуха вся. О, газета. Давай. Чё тут нажмите? Полиция борется с наплывом наркотиков. Давай. Из военных. Мокамбо. Я перезвоню. У меня тут кое-какие дела. Садись, Кортни. Это Микки. Микки, это Кортни Шелдон. Что будете пить? Виски. Чистый. Слышал, ты вернулся к изучению медицины? Так есть, мистер Коэн. Значит, хочешь быть врачом и торговцем наркотиками одновременно? Любопытное сочетание. У нас проблемы, мистер Коэн? Можно и так сказать. Продавать твой дурь малышу Ленни, это, конечно, умно, но он-то покупал ее, так сказать, оптом. Местные наркоманы не привыкли получать дозу без посредника, который тоже берет. Ленни обещал, что такого не будет, мистер Коэн. А Ленни работает на вас. Что я могу сказать о Ленни? Дай-ка подумать. Ах да, он болван. А еще он ленивый, жадный. И брат моей жены. И что можно сгонять с таких ингредиентов? Но я-то здесь при чем, мистер Коэн? Как тебе сказать, приятель? Если мы хотим, чтобы все и дальше работало, надо перепаковать товар. Нужно вынуть дуру из шприцов. Да, точно, шприцов. И поместить большую цистерну, чтобы можно было потом понемножку разбавлять. Не стану утоплять вас в химическом формуле, скажу только, что это не сработает. Вы только убьете еще больше людей. Ладно, слушай, приятель. Мы хотим все у тебя выкупить. Предлагаю 50 штук. Эй, тебя что, сумма не устраивает? Офер, ага, офер. Дружище Шелдон, думаю, надо его убрать. Все, загрузка долго будет идти, блядь. Куда это взялось? Угу. Опа. Хорош. Это что тут такое? А, это бутылка простая. Вот и все. Ну вот и все, ну вот и все. Bishop Pictures. Bishop Pictures, название барабана джунглей. Jungle Drums. Eighth and Francisco. Марку Бишопу. Attention, Mark Bishop.
Да, это что? Марк Бишоп, Джессика Хэмилтон. Угу, Марк Бишоп, Джессика Хэмилтон. Чтобы внимательно изучить предмет. Ой, так что стало с записью? Проб Хэмилтон. Опа, вот и все. Вот тут, короче, ебут, блядь. Все понятно, тут они ебут, блядь. Тут снимают, блядь. Ну все, сука, пидор, держись, блядь. Гандон, блядь. А давай кусок говна рассказывай, блядь. Связь с Бишопом. Я в основном работаю с студиями, RKO, Republic, Warner Brothers. Так вот, когда Бишоп работает с одной студией, да, когда вы видели его в последний раз, я работаю над его новой картиной. Правда, пока идет только подготовка к съемкам. Я его уже какое-то время не видел. Ну не пизди. Вчера он был здесь, что-то произошло, и он сорвался. Вы что-то скрываете, Хопгуд. Знаете, у меня хорошие связи в отделе нравов. Ух ты, вот удивил. И мне понравится, если я расскажу, как вы тут на меня надавили. Блять, пидор, нихуя какой, а? Блять, пидор, сейчас нахуй. Нахуй я это сделал? Now you're gonna rat him out to McAfee's goons. And how do you figure that, brain boy? Looks like I was mistaken. You're delivering props to Jungle Drums on 8th Street. No. Bishop is using that old rundown wreck of a set. That place is dangerous. But it might be a good spot to hide. That's all for now, Hopgood. We're taking you in. Фелпс. Опа. Рой Эрл, отдел РАФ, пойди-ка. Это явно наше дело. Вы что, наезжали на моего осведомителя? Хопгуд, твой осведомитель? Да, Фелпс. И при том очень важен. Только взгляни на него. Ты чем-то огорчил господ полицейских, Марлон? Значит, мы должны просто обо всем забыть. Да, если не хотите, конечно, себе навредить. Насколько я понимаю, вам понадобится поймать продюсера раньше, чем это сделать разгневанный супруг. Детектив, я обо всем сообщу капитану. Давай, приятель, ты нас всех очень впечатлил. Поехали, Кол, пойдем отсюда. Детективы. Джонни Голдберг. Ты работаешь на Микки Ки. Точно. Вы случайно не знаете, кто сегодня избил миссис Бишоп? Нет, нет, это не мы. Мы такими вещами не занимаемся. Нам нужен муженек. Мы ведем расследование, парни. Вы же не хотите пасть за решетку за противостояние следствия. Можете обвинить нас против препятствия следствия, но это не прокатит. Будем. Все, джентльмены, я вас больше не задерживаю. Бишоп знает, как жить. Если Маккафи достала его по подороль в кино, такое часто бывает. Но Бишоп зашел слишком далеко и попытался убрать миссис Маккафи. Естественно, Гай не в восторге от этого. Почему вы думаете, что Бишоп? Мы думаем, что он и для Хопгуда готовит небольшую аварию. У этих двоих какие-то общие незавершенные дела. Скажите, если найдете Бишопа. Гай Маккафи очень щедрый человек. Смена предупреждаю, последний раз не лезьте в это дело. Это полицейское расследование. Мы собираемся арестовать Марка Бишопа. Он, по крайней мере, вежливый. Тупан. Тупой, но вежливый. А я с тобой и пожестче могу быть, сукин ты сын. Давайте я скажу самыми простыми словами, чтобы даже до вас двух дебилов дошло. Единственное, почему потом еще не за решеткой, это потому, что ты мелкая сошка, а мы на мелочок не возьмемся. Держись подальше от Бишопа и от меня. Ты понял, придурок? А теперь беги назад к своему боссу, как послушный мальчик. I don't think
they like your little pep talk, Bukowski. Oh, shit, get us out of here. Хуя себе, блядь, движуха, блядь, какая нахуй. They really don't want anybody getting the fish before they do. Да иди нахуй. I can't take the shot from here, Cole. Стреляй, блядь, ублюдок, нахуй. Пиздец, блядь. Стреляй, ублюдок, блядь. Roy Earl, advice. Hold on a moment. This is clearly a vice case. You've been roughing up my informant? Hopgood. Давай-ка, блядь, закончим на сегодня. Все, всем спасибо. Всем всего хорошего.